Почему очень большое внимание всегда курсу было? И тогда, потому что был высокий уровень долларизации. Почему высокий уровень долларизации? Потому что нестабильный был уровень инфляции. Сегодня главная цель – это снижение инфляции. Мы видим, что инфляция в текущем году, она месяц к месяцу снижается. На следующий год целевой параметр по инфляции 112%, не выше 112%.